такая, история такая. Волочка замутил стайкой. Улыбнись ему. Ну, давай. Давай. Я думал, сейчас видно мозаику. Еще один слух попроси. Помахай. Помахай. О, вина я на из-за их столик. Скажи от заведения комплимент. В эфире рубрика «Экзотическая еда». Ах, ребятки, оказывается, вот как на крокодил готовый выглядит. Вот оно. Где там он? Можно мне, пожалуйста? Ежевичка там. Здрасте, короче. Крокодила можно? Пожалуйста. Скиньте мяч. Его нет. Чуть-чуть. Мы скинули вот овощи. Вместо мяча. Вот еще один любитель у нас крокодилов. Шнап, шнап, шнап. Кстати, прикольно. Пахнет, знаешь, чем? Крокодилом. Овощей больше. А если на самом деле? Крокодил. Крокодил. Крокодил? Да. Дай попробую. Чувствует, сука. Я ее далеко чувствую. Попробуй. Как обувь из крокодиловой кожи. Да. Гарош, я не буду. На грудь, блин, похоже на говядину. На говядину с базикой, специи какие-то, да? Ребят, что-то необычное, но не сказать, что вкусное, но съедобное. Но есть надо, да? Короче, крокодил, он просто... Ну, заказали, есть надо, ребят. У него мышцы такие плотные, поэтому похоже на говядину. Как это, знаешь, говорят об Орел и Решке, но статус ведущего обязывает, да? Да-да. Мне кажется, я превращаюсь. Гарёш, я креветочки буду тогда. Купи мне креветку. Ну, съешь лемура, будешь. Не, прикольно. Так будет. Откуда ты знаешь? О, дайте карпала. Дайте, пожалуйста. Вот это акула. Тут я рыбу покажу. Вот это. Давайте, покажи да. Серый. Друг, друг. Ням-ням. Верная кухня. Обалденно. О, бедная щучка, бедная. Это акула, реально? Охереть. Реально акула, да? Лягушка, аква-аква, вкусно. Лягушки, качки. Акула, нет. Вообще раскачанные. Двити бат. Нормальные такое? Двити бат, двити бат. Две кузана. Сколько качок? 1000 бат. Жареный бицепс, 1000 бат. Жареный бицепс, 1000 бат. Леди-бой, леди-бой. 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 Трансуха. Леди-бой. 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 How much trans? Окей, окей. Вот недооценивают тайцы аппетит женской души, да, Алён? Одну рыбу принесли. Русской. И 10 тарелок. 10 тарелок, да, наивный. Думали, это на крокодил, когда мы заказали. Вот это вот на один зубок рыбина на всю компанию. Не, ладно, если вы мало едите, это не значит, что русские столько едят. Вот именно. Да. Самих там, это, желудочек с наперсток. Ага. Это же не значит, что у нас. У нас-то ведро. Это окунь. А что это да, это? Радуюсь. Что я снимаю? Что тогда радуюсь? Что это я снимаю? Ну, свежепойманный все же. Класс. Окунь Артём. Знаете, сколько стоит? Сколько? 400 рублей всего лишь. Офигеть, смотри, какая здоровенная детина. Откуда тебе такие деньги? Откуда тебе такие деньги, если не секрет? Блин. У меня тайский шейх, друзья, в Панкрате. Отдавьте. Тайский акцент появился. На самом деле, такая специфическая кухня здесь. Вот крокодил, он такой весь. Ты был на этой кухне, проверял, там все у них. Продуктовое соседство соблюдено у них на кухне. Я Василий Жареный. Это программа, ну и как раз там молочка, блин, это летучая. Летучая, да-да-да. Она бы захотела полежать в душе, обняв коленочки. Насколько там товарное соседство нарушено. Игорян, что ты, крокодила попробовала? Да, вот зачем ты вообще хотела попробовать? Я вот взял крокодила ради того, чтобы кто-нибудь лох мне подойдет и скажет, ты пробовал крокодила, блин? Пробовал. Знаешь, и чтобы он мне выглядел лох. Я могу поддержать его разговор, скажет, пиздец, говно, да-да, вообще ни о чем. А то так бы почувствовать себя ничтожеством. Если что, ты пробовал крокодил сказать? Смотрите, какие деньги. Тут на них везде принц нарисован. Принц. Везде один и тот. Везде принц. Понимаете? Это король. А, король. Да, конечно. Королевство. Слава королю. Это же не принцесса, а королевство. Принцесство. Принцество. Эти красные вообще. Я тоже смотрю. А ты, конечно, не заговорил. Светило красное. Это я после бега, видимо, еще такая. После бега! Вы не ослышались.
бегал за пивом просто в магаз. А, нет. Я там даже записала, как на тренажерке поплавковое было. Поплавковое? Что, давайте выпьем вообще дарничок здесь. Давай. Давайте, друзья. Давайте. Давайте ждем. Что великолепный отдых. Ну, это не выпьем. Встретили тут местную блогершу, вот она. Смотрите, она говорит своим ютубовцам тайским, да. Нет, это китайским. Китайским? Ну, она прям блогерствует нормально так. Люк, что принесли сейчас? Вот акулу принесли. Вот на акулу, вот так выглядит. Рыба, акула, игра в дону. В готовом состоянии. Люк, попробуй. Когда я ем, я M&M. Как тебе будет на вкус акула? О, она что, в панировке? На что похоже? На скат похоже? Выглядит скат. На осьминога? Нет. Такая терпкая рыба какая-то. Вот на эту траву она отдает, на эту траву еще. Да? Ну, прикольная, да, попробуй. Не прикольная? Не, прикольная. Люба, а сейчас что кушаешь? Устрицы. Это все один вечер. Ну-ка съешь одну. Я уже съела, мне не нравится. Не нравится? Вася, тебе нравится вот это? Похоже на белок яйца, только с рыбным привкусом. Да, точно. Попить и поставить. Громче, не снимай. Давай, говори, ладно. Ты что порешил? Ладно, мне нечего пить, подлейте тогда. Василий. Вино. Василий. Балкашки. Шаг вперед. Короче. Два назад. Идет, значит, мужчина такой по пустыне, вот все уже не может, ему жарко, он вообще а прям... Тут, а там рядом соленое озерцо где-то. Молодец. Ладно. Такой, хоп, она видит, роза стоит, вообще просто офигеть, какая красивая. Он такой к ней подходит, видит у нее росы, полные лепестки, вообще такой, о, роза, роза, можно я испью твоей воды? Я не могу, мне так хочется пить. Она такая, нет. Расстроился, идет дальше. Идет. Дальше видит, еще одна роза стоит, тоже вся водой, вообще росой. Такой, интересно, она тоже разговаривает или... И он ее спрашивает, роза, пожалуйста, дай мне воды попить, не могу, вообще сушняк жесткий. Она такая, нет, не дам, все, иди дальше. Он идет дальше, видит еще одна роза, такой, ну все, говорит, я умираю, если ты мне сейчас не дашь воды попить, все, я умру, короче. Такая, ну ладно, пей моего, короче, росу. Ну, значит, выпил воды. У нее хоп, так вот он приподнялись, уже к земле не тянет, у нас такая уже бодрая, свежая, такая вся хоп. Тут налетел ураган, значит, предыдущие две розы сломались херам, потому что у них тяжелая была голова, наполненная росой. Ну все, они хопаны сломались и умерли. А та, которая дала испить воды, она хопана такая покачалась на ветру, и все, и выжила, и не сломалась. Так давайте же выпьем. Я поняла, метап! Метапру бабы давали, не ломались! Я сразу поняла, это метафора. Вась, блядь, ну хоть час, блядь. Вась, уже два все. Шага вперед уже было. Смотри, тебе говорят, выпей ее розу. И шагу назад уже. Испей водицы. Испей водицы. Искупай свой язык в соленом озерце. Заметку мужикам запомнили. После этого это был не шаг вперед, но шаг навстречу, блядь. Она боится просто то, что я внутренний мир залез и... Вот с этим не знаю, как побороться. Все, хватит стоять с сморщенным лицом, пойдем. Че, так круче на самом деле? Да, вообще крутой такой. Сморщенный Василий. Вообще сразу. Сразу, дорогой мужик такой. Во. Ну, хорошо. Что-то свое дело. Ладно, давай. Не то пока. Залей рекорд. Ты готов услышать? Нет. Вась, давай. Пошел! Ай-яй-яй-яй! Вот она! 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 Вот она!
собою много Делай. О, Вася, пока лидирует. Делай, Васька, делай. Вася, ты готов услышать меня? Не знаю, с чем связан ажиотаж, но с нами всегда фотографируются. С нами просто ажиотаж. Наверное, ажиотажные. С нами уже сфоткались китайцы, толпа туристов. Вот сейчас индусы сидят, вот эти вот. Они тоже с нами фотографировались. С чем это связано, знаете? Почему так? Мы редкость для них. Мы редька для них. Редиска. Вот да, вы, наверное, заметили, что в Паттайе очень пусто, как вот мне фотки сейчас комментируют, пусто. Потому что здесь приезжают китайцы, и они просыпаются в 6 утра, и сразу просто всей толпой в миллион человек сваливают на экскурсии. И поэтому Паттайя пустая, потому что все китайцы заполонили, и их днем нет. О, батут! Я тоже хочу, я тоже не против. Батут! Кондиционер. Вот такое здесь кондиционирование. Вот кондиционер. Хочу. А это от развеживания? Да, люпуди по это охладись. Давай. Алис. О, хорошо. Алис, сломала конди, вызывай мастера. Ты что, кондиционер сломала? Ой, хорошо, как обдувает. О. Давай себе в номер такой возьмем. Мы не знаем, куда мы едем, мы просто вышли на улицу, сели в тук-тук и поехали. Здесь как в московском метро. Сейчас пик. Ален, забей хайки. Сокрушительный удар нанеси. Олесь, тебе поможет колени. Ален, поговори с ними. Давай. Dance, baby, dance. Hello! What are you from? Cambodia. Oh! Vietnam, okay. Vietnam, okay. Vietnam. Vietnam тоже, вот это. Она очки снимет, что она. Вьетнам, альбиноска. Приводит. Ален, поговори с нами. Сними шляпу, переверни вот так и положи посередине. Боярский. Каналья. Ты сейчас чертей. Спроси, чей по-английски, что я не знаю, спроси. Пообщайся с ребятами. Спроси, они ВКонтакте сидят. Our capital. Вот! Да что вы в школе учили? Маза браза. Сейчас, сходи. По кругу передавай колу. Колу по кругу передавайте. Какой злой какой! Да, порядка вам номера. Сорян, смотри, тут ты.